Пентагон запутался. Официальный представитель Минобороны США Роб Мэннинг заявил, что в Ираке сейчас находится около 5200 американских военнослужащих, а в Сирии почти 2000 человек. Эти данные коренным образом отличаются от объявленных ранее, когда Пентагон утверждал, что в Сирии насчитывается всего 500 военных. Американские СМИ, хоть и сделали акцент на неразберихе в серьезном ведомстве, поспешили напомнить, что президент Трамп запрещал объявлять численность американского контингента на Ближнем Востоке.